Австралии, мы просто должны гордиться тем, что они часть нашей общины, мы с ними часто встречаемся и с огромным удовольствием встретимся и сегодня. Юрий Мугерман и Изабелла Мугерман. Thank you.
по книге. Дорогие друзья, с огромным удовольствием я хочу представить вам человека, которого тоже вы все прекрасно знаете. Человек, благодаря, наверное, которому эта книга действительно появилась в жизни. Пожалуйста, давайте поприветствуем бурными аплодисментами главного редактора книги «На благо Австралии» Владимира Гиля. Дорогие друзья, цель этой книги – показать, как в короткий, по меркам человеческой жизни срок, иммигранты из Советского Союза интегрировались в австралийское общество. Поначалу было очень непросто. Недостаточно знания английского языка, другой менталитет местных жителей, другие привычки и обычаи – все это пришлось преодолеть, освоить. И сделано это было вполне успешно. Большинство людей среднего возраста, а многие приехали в молодом возрасте, за этот короткий срок, 10-15 лет, кому как удалось, построили свою карьеру или создали собственный бизнес, решили свои бытовые проблемы, а стали обучать детей в престижных школах. Все это им удалось. Люди более старшего возраста, да и только они, создали общественные организации по интересам, которые помогли интегрироваться в австралийское общество людям старшего возраста. Я хочу прежде всего назвать коллектив авторов, который создал эту книгу. Это многомесячный труд. Я хочу особо отметить роль президента ассоциации «Шалом» Владимира Цыплина в подготовке этой книги. На очень многих конкурсах Арсен выигрывает, и мы счастливы, что он и его партнерша Алана могут быть сегодня здесь с нами. Я думаю, мы их поприветствуем бурными аплодисментами. Дорогие друзья, вот такие у нас таланты.